Законодательного собрания Пензенской области Николай Васильевич Котов. Начальник управления культуры и архива Пензенской области Евгений Андреевич Шилов. Внук Федора Васильевича Гладкова Андрей Борисович Гладков. Члены Малосердобинского землячества Виктор Александрович Терехин, Николай Викторович Сергеев, Виктор Иванович Дементьев, Александр Васильевич Зарывахин, Алексей Алексеевич Нуйкин, Виктор Васильевич Терентьев, Андрей Александрович Масленников. Наши добрые соседи петровчане во главе с Юрием Александровичем Заиграловым. Дорогие друзья, на нашей сцене лауреат международных и всероссийских конкурсов Карина Мещерякова. Ветер в лицо бьет, мелким дождик, что утечет.